приходишь периодически, а тут кто-то лазит. Пытаешься объяснить, что это приватная власть. Сюда заходить нельзя. Это наша территория, это наши дома. А кто вам сказал, что можно прибирать? Олег, с администрации, короче. С администрации, якийсь Олег вам сказал, что можно разрезать летак, да? Я все тут бы поздавал. А где вы живете, власне? Озеро за забором, моя хата. Він же ж не на вашей территории знаходит. На Юліній территории. А что такое Юля? Та сама Юля, куда его будет солить? У бочки будет ложить это дело? Или что? Или она будет тут разбирать что-то? Она компенсацию получит и все дела. Во-первых, там неизвестно, что под самолетом. Это может быть что угодно. У меня во дворе гора вот таких радиодеталей была самолета. Столько блоков, столько что я повносил на улицу к черту твоей матери. Там дверка, кабина стояли, все поразносили, все поубирали. Одна бомба перелетела через меня, я там лежал под забором. Только зашел во двор, калитку закрываю, поворачиваюсь. Вижу, вот 17-этажка справа, самолет на меня идет. А потом смотрю, его так разворачивает. И резко увеличивается в размерах. Я понял, что он падает. У меня были грядки, накрытые агропленкой. Я же хозяин, что я по грядке буду бегать? Так я по тропинке вдоль забора там упал. Грохот. И поднимаю голову. Пламя, море огня. Одна, две, три, четыре. Вон пятая бомба. И вот две. Семь бомб. Мы когда вернулись сюда, я очень долго не осмеливалась даже подойти. Сейчас. Хто це зробив, як думаєш? Хто це таке зробив з вашим будинком? Сама Юля. А скільки вона є, що тата бомба? 500 кілограм можна. Весело. Так? Це часть бомби? Угу. А навіщо ти його прибираєш? Щоб чисто було. Щоб було чисто? А як думаєш, ти зможеш все прибрати тут? Я ей запрещаю лазить, потому что опасно, неизвестно, что здесь и как здесь. Знаешь, что это такое? Что это такое? Бомба. Бомба? Она идет сюда, начинает тут, говорит, я вам помогаю, я убираю, но мне стыдно убирать. Потому что дом наш разрушили, а я должна убирать. Обычно говорят, кто разрушил, тот и строит. А колясочка-то твоя? Моя. У меня еще одна была, но она, кажется, я помню, кажется, что она была на верхнем этаже. Ну да. Так. Так. Подожди, стой. Стой. Здесь у нас был туалет. А вот здесь душ, место на ванной. А ты твоя комната была, ты помнишь? Вот где-то здесь. Неудобно ходить по этим кирпичам. Вот она. Це ліжечко тут стояло. Що у тебе там в кімнаті? Було багато м'ячих ігрушок і твердих. А зараз де вони? Уже згоріли. І кукол куча було. Такі кімнати такі маленькі. Уже, наверное, второй или третій раз. Іменно внутрі я зайшла. Доделували ремонт на кухні і була вся техніка куплена. Духовой шкаф, посудомоечная. Тут лестница была на второй этаж. Крыша вся деревянная, поэтому от него вообще ничего не осталось. Мама, вы мне купите еще больше пепы? Конечно. Как закончится война? В одну секунду все уничтожено было. По экспертизам он, ну, его надо полностью сносить. Он не подлежит вообще восстановлению. Документы только то, что я взяла. Паспорт, свидетельство о рождении, все мои дипломы, какие-то там, ну, еще дополнительные документы. Все полностью сгорело. Куда-то подать вот в центр занятости. Надо документы, оригиналы. Я сейчас пытаюсь восстанавливать, это очень тяжело. У меня просто еще ребенок, рожденный в Санкт-Петербурге. И со свидетельством о рождении русским, соответственно, потому что у него папа русский. Не сошлись характерами, как говорят. Ну, я, вот Алексе было 4 месяца, и я вернулась. В ближайшее время я даже планирую поменять ребенку гражданство и просто вычеркнуть из своей жизни. Кто на нас напал?
Россия. То, что сейчас происходит, тот правитель, который у них находится у власти, это не человек. Никто не имеет права отнимать жизни. У меня даже в мыслях не закрадывается, что я могу туда съездить, даже к родственникам, либо к кому-то. Нет, для меня это все, это табу. Главное, что мы вместе, главное, что мы все живы, да? Угу.